Макаренко Алексей Михайлович, Новосибирская область. Алексей Михайлович, 51 год, в молодости строил БАМ. Как и 30 лет назад, песня ему не только строит, но и смешить помогает. Например, вот это. Я работаю в структуре Почта России. Всем почтовикам привет. Привет. Хочу прочесть песню про почту и почтальонов. Давай. Пусть бегут неуклюже почтальоны по лужам, а собаки гурьбою во след. Сумка в клочья порвалась, ничего не осталось. Телеграммы летят по ветру. Он играет с калькулятором у клиентов на виду. Прилетит вдруг начальник нам на синем УАЗе и славно приказы раздаст. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит нам надежду на лучшую жизнь. Следующим номером стихотворение Бородино. Алексей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Видите, посмотрите на меня. Это я состоящий из четверых людей. А говорю одним ртом. Я многочлен. Красный. Очень приятно. Как хорошо, что ты сам признался, Артур. Угадайте, кто я из них? Не знаю. Ну, третий по счету. Правильно, правильно. С какой стороны? Ну, как, слева направо счет. Правильно. А теперь угадайте, кто я. Не поймал. Кто я, угадайте? Я. Четвертый. Разве четвертый может быть таким голосом? Я в очках! В очках! Я в очках! В очках! Меня зовут Марк! Вы третий! Волосатый в очках! Вы третий! Я Марк! Дебил! Музыкальный дебил! Я художественный руководитель. Очень приятно. А теперь повернитесь к нам. А теперь к нам повернитесь. Да, правильно. Повернитесь. Ну повернитесь. Вот мы вот здесь. Вот мы здесь. Вот здесь. У меня стихотворение еще есть. Я могу? Что? Самое интересное, что человек согласился, повернулся, а потом говорят, что, и повернулся. Ребята. У меня стихотворение еще есть. Коротенькое. Нет, интересное еще. Коротенькое. Стихотворение Бородино называется. А Бородино мы знаем, что это коротенькое, но... Давайте... Может быть, вы нам лучше «Войну и мир» почитаете? Быть вообще. Не-не-не. Это меньше времени займет. Давайте так, Алексей Михайлович. Вы, кстати, очень на Чаплина похожи. Говорили вам об этом? Нет. Это тогда на Гитлера. Ну хорошо, мы вам начинаем аплодировать и говорим вам большое спасибо, Алексей Михайлович. Участник Крамаренко Алексей Михайлович. Мужик в киоске спрашивает газеты. Мне, пожалуйста, Советскую Россию, Правду и Труд. Киоскерша отвечает. Советская Россия продана, Правды нет, остался Труд за 2 копейки. Следующим номером стихотворение Бородино. Алексей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Видите, посмотрите на меня. Это я состоящий из четверых людей. А говорю одним ртом. Он смотрит просто не в мою сторону. Там колонки стоят сбоку, и он не видит нас. Там колонка стоит. Очень приятно. Как хорошо, что ты сам признался, Артур. Угадайте, кто я из них? Не знаю. Ну, третий по счету. Правильно. С какой стороны? Ну, как, слева направо счет. Правильно. А теперь угадайте, кто я. Не поймал. Кто я, угадайте? Я. Четвертый. Разве четвертый может быть таким голосом? Я в очках. В очках. Я в очках. В очках.
Тебя зовут Марк. Волосатый в очках. Вы третий. Я Марк. Дебил. Музыкальный дебил. Я художественный руководитель. Очень приятно. А теперь повернитесь к нам. А теперь к нам повернитесь. Да, правильно. Повернитесь, повернитесь. Ну повернитесь. Вот мы вот здесь. Вот здесь. У меня стихотворение еще есть. Я могу? Что? Самое интересное, что человек согласился, повернулся, а потом говорил, что-что, и повернулся. Ребят, большое спасибо, Алексей Михайлович. Спасибо. Спасибо. Мне понравился, Алексей. Я даже больше скажу. Вы не дали ему договорить? Два мерзавца. Алексей Михайлович Гармаренко. Я за вас. Александр. Вы знаете, то, что я с Володей согласен, вы ему ничего не дали сделать. Он вообще зачем вышел? Но из этого родился великолепный номер. И безумно обаятельный человек. И я считаю, что плюс это ему обеспечен. Я с Володей абсолютно согласен. А ты согласен? Я? Пешков согласен. Если вы согласны, тоже. Будьте вы мужем и женой. У нас умирают только от смеха. Потому что это шоу «Ты смешной» на НТВ. Да. Кровавая история продолжается.